слово «сексуальность» возникло в XIX веке. Вопрос, был ли секс до сексуальности? Ну, да? А слова не было, потому что не было в нем проблемы. Вы видите, я сегодня приезжал, подумал как раз, Катькина сада. Стоит женщина, и перед ней вот это все вокруг. Так, немножко про скрепы и семейные ценности, да, чтобы мы понимали. Все эти мужики там. Да, а чего? Она что, с ними сексом занималась? Пойдем займемся, граф Орлов, сексом. Не было такого. Сложно представить, но не было. Просто был Орлов,